Ну и также Владимиру Путину представилась возможность выполнить важную миссию – выпустить лошадей Пржевальского в Оренбургский заповедник. Президент взял старое ведро с овсом и выманил животных на волю. Сотрудники заповедника объяснили, дело не в том, что не нашлось новой емкости. Напротив, старое ведро своенравным лошадям уже знакомо, и они не должны были испугаться. Так и получилось. Изящные животные доверились Владимиру Путину и спокойно последовали за ним на волю. 6 лошадей Пржевальского привезены в Оренбургский заповедник еще год назад, но все это время они жили в специальном вольере для адаптации. Теперь в их распоряжении вся территория заповедника, а это десятки тысяч гектаров. Таким образом, создатели заповедника надеются со временем взрастить вольную популяцию редчайших животных. Ну и, кстати, сами лошади восприняли переезд хорошо, ну а президент не мог не сделать комплименты необычным обитателям Оренбургских степей. Просто замечательные животные, такие красивые, грациозные и мощные. И красивые. Это уникальное событие на самом деле. Это не просто какая-то там одна из лошадей, это то, чего на планете уже почти не осталось. Но тем временем Оренбургский заповедник пополнится новыми обитателями. В центр реинтродукции завезут еще 15 лошадей Пржевальского. Доставят их из Венгрии примерно через пару недель. Как признаются эксперты, для создания устойчивого генофонда Оренбургские степи требуется заселить еще примерно 3 десятками особей.